Не запирается? Все-таки пришел. Пришел. Я знала, что ты придешь, но не думала, что так скоро. Тео, нам нужно серьезно поговорить. Опять поговорить? Послушай, Тео. Я не могу без тебя. Я не могу так больше, пойми. И я не могу. Сегодня должно все решиться. Сейчас же, сию минуту. Не смотри на меня так. Я не виновата перед тобой, ты это знаешь. Решайся, Тео. Ну, решайся же, наконец. Нет, Дата. Твоим детям нужна мать. А я для этого не гожусь. Они не будут счастливы со мной, значит, и ты тоже. Ты не любишь меня? Нет. Ты так думаешь? Да. Да, это так. Не будем ссориться. Я ведь ничего не требую. Даже твоей верности. Но замуж за тебя я не выйду. Пока нам хорошо с тобой, мы будем вместе. А дальше что? Ну, а дальше будет видно. Вдруг я надоем тебе, и ты меня бросишь. Что ж, постарайся это пережить. Думаю, и ты переживешь, если я уйду. А вы все хороши, стоите, смотрите, не молчите, и вас это не возмущает. А если бы это был ваш ребенок? А кто вам этот мальчик? Он ваш сын, да? Да, сын. Сама расфуфырилась, как будто на свидание, а бедные дети по улицам шляют.
А у вас что, дома никого нет? Почему вы слоняетесь по улицам? Ну-ка, марш домой. Живо. Ну. Меня зовут Нато, тетя Нато. А меня Лия, а Гия зовут Гия. Скоро будет мой день рождения, а ваш когда? А? Когда ваш день рождения? Послезавтра. Послезавтра? Да. А где ваш отец? На работе. Где же еще? Кто же за вами смотрит? Никто. Обед готовит, стирает. Папа. Больно? Не очень. Лия, принеси воды. Сейчас, я тебя готов. Это папина шапка. Растяпа. Ничего, тетя Нато, я сейчас все вытру. Принеси таз.
Конечно, покажут, а как? И Цезаря. Ну, Цезарь же в зоопарке. А еще кого покажут? А еще разных зверей. И черепах? Угу. Кролик, не хватишь? Папа, не возьмем его с собой в цирк? В следующий раз не возьмем. Папочка, а обезьянок покажут? Конечно, а вот если Гия будет шалить, его выведут вместо обезьянки. Гия, обезьянка, Гия, Чита. Ничего, не беспокойтесь, не такие уж они маленькие. Ги, пусть она сядет возле окна. Что такое? Сыночек, на печенье. Не хочешь? Ну, на, скушай. Смотри, какой хороший мальчик. Своей маленькой сестренке место уступил. Хотела повидать вас. Папа, папочка, папа, погоди, давай, Лея, погоди. Вы скажете, что это совсем не мое дело. Конечно, вмешиваться в чужую жизнь никто не имеет права. Нет, пожалуйста, говорите. Но я знаю, что вы скажете, что я плохой отец, что таких отцов, как я, вешать да. надо. Сколько вам лет? Что вздумала вас учить? Извините меня, но все-таки нужно больше думать о своих детях. До свидания. Тетя, ну то пойдемте с нами в цирк. Мне некогда, Лиечка, я на лекции опаздываю. До свидания. На лекции?
на лекции. Папа, что такое на лекции, а, папа? Гея, пошли. Дядя, бутылки принимаешь? Что за бутылки? Боржомские, винные, всякие. Какие хотите. Чистые. Смотрите. Покажи. Покажи. А где вы их стащили? Нет, мы не стащили. Это все наши. Вино, 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 вино. Ну, не трогай. Дай сюда. Это что такое? Бутылка. Нет, вы посмотрите на него. А ну, убирайся отсюда. Сейчас же убирайтесь и заберите. Ой, дяденька, я эту бутылку сейчас же выброшу. Остальные, пожалуйста, возьмите. Дяденька мой дорогой, пожалуйста, возьмите. Пожалей их, Шио. Счастье ваше, что у меня сегодня хорошее настроение. Получайте ваши деньги и марш отсюда. Держу. Звони. А, попался наконец паршивец. Ну, теперь я с тобой рассчитаюсь. Что звонок тебе? Игрушка? Днем нет от вас покоя, ночью тоже нет никакого покоя. Слышали ли дело? Меня не звонили. Сама себе звоню. Не знаю я, кто звонил. Ну, милиции все узнаешь, там тебе покажут, как безобразничать, что лопай ты. Пустите. А, поймали наконец. Сейчас же позвоню в милицию. Слышали ли дело? Сяду обедать, др, выхожу, никого нет. Лягу вздремнуть. Выхожу, опять нет никого. Что я, с ума сошла, что ли? Что случилось? Товарищи, вы только посмотрите. Раньше звонок тут висел. Ну? Звонили, покоя не было. Привела мастер. Вот сюда перевели. Дотянулся паршивец, опять звонит. И чем только тебя, дурака, кормят, что ты так быстро растешь? Ты еще разговариваешь? Мы с тетей на то пришли. Вот я тебе сейчас покажу, тетя на то. Видишь, выдумали тетя на то. А может быть, они ищут вашу, да, то тетя Елизабет? Что ты здесь стоишь? Я же на работу опаздываю. Иди кроме тебе ее концерты. Очень женщина. Что случилось, тетя Елизабет? Черт знает что! Это какой-то ад! Не дома настоящий ад! Мы не звонили, тетя Нату. Ну зачем вы сюда пришли? Кого вы ищете? Вас. Меня? Да. Мы с Геей пришли вас поздравить. Поздравить? Да. С чем же? С днем рождения. Вы же позавчера сказали, что сегодня ваш день рождения. А где вы взяли деньги? У папы, он сам нам дал. Папа вам дал?
я говорил, чтобы не смели болтаться по городу. Что, во дворе вам тесно? Пошли. Ну, так как вы оказались здесь? Куда вы ходили? Я вас спрашиваю. Гия. Мы к тете на ту ходили. Куда? К тете на ту. Охотка. И что вам от нее нужно? Что она вам, товарищ, что ли? Так просто. Так вот, запомните мои слова. Если еще хоть раз сбежите из дому, то можете назад не возвращаться. Понятно? Тети на то ходили. Тоже товарища себе нашли. Ну, пшли. Пшли. Ну, живо. Что у тебя в кармане, а? Сетка. Зачем она тебе? Так. Что значит так? Ну так. Отвечай, раз тебя спрашивают. Зачем тебе сетка? Гия. Там бутылки были старые. Зачем они понадобились? Так. Я тебя спрашиваю. Я их продал. Продал? Да. Только этого еще не хватало. Сегодня бутылки продашь. Завтра одежду. А потом воровать пойдешь? Ну-ка, идем домой, идем. Не пойду я никуда, не пойду. Не пойдешь? Хорошо. Оставайся. Пойдем домой, Лея. Пусть один здесь стоит. Пойдем, доченька. И я не пойду. Как это? А зачем ты его ударил? Иди теперь один. Долго мы так будем стоять? А? Ну, можете оставаться здесь. А я пошел. Отдайте мне деньги. Гея, отдай деньги. Нет их у меня. Они у тебя ли? Нет. А куда же вы их дели? Духи купили. Что? Духи. Какие духи? Зачем они вам? Тете на то подарили. Ну, пошли домой. Идем, доченька. Скоро будет твой день рождения. Я тебе новые ботиночки подарю. Гостей позовем, отпразднуем на славу. Идем. А тетю на то пригласим? Ну, если тебе так хочется, пригласим. Thank you.
Лия, это мое, с гостями так не обращаются. Лия, уходи. Ты можешь плакать, маленькая. Лия тебя обидела, но она больше не будет. Бабушка Петли, здесь сядет тетя Тато. На эти стулья никого не пускайте. Лия, куда же ты? Гости соскучились без тебя. Невозможно ее удержать. Ну что с ней поделаешь? Начнем все сначала. Ну, малышка. Уже поздно, мне пора идти. Дома, наверное, волнуются? Разумеется. И ждут меня, не дождутся. Кто? Конспекты лекции, мои книги, портрет матери на стене. И только? Дома это когда тебя кто-нибудь ждет. Наверное. Зуб разболелся у тети на то. Раз тетя на то обещала,
Она обязательно придет. Отца и матери уже не было. Возвращалась я из школы домой. И все мне казалось, что кто-то выбежит мне навстречу, обнимет меня. А вместо этого скрипучий голос в дверях: не забудь вытереть ноги. Смешно? Да нет, не очень. Тетя, в общем-то, неплохой человек, но только... Но только... Она добрая женщина, но почему-то часто сердится, если даже и не хочется сердиться. Не обижайтесь на нее. Ну что вы, нет, конечно, мне даже приятно. Честное слово, очень приятно. Ваша тетя сама не знает, насколько она добра. До свидания.
детей. Не пожалеть их, а полюбить. Можно. Сошла с ума. На то подумай только, на что ты идешь. Это же безумие, брать на себя такую обузу. Двое детей. Тебе же надо учиться, кончить институт, а ты превратишься в няньку и думаешь, ты дождешься благодарности. Ты всегда для них будешь только мачехой. Подумала ты об этом? Ох, счастливая твоя мать, что не дожила до этого дня. Я не могу иначе. До свидания. Ну что ж, иди. Но только знай на то, ты еще очень пожалеешь об этом. Куда ты, тетя Нато? Я сейчас вернусь, только Гию приведу. Подожди меня дома, хорошо? Нет, я с тобой хочу. Ну куда я тебя возьму такую измазанную? Посиди у бабушки Текли, я скоро вернусь. Бабушка Текли спит. Ну тогда с кошкой поиграй. Не хочу я с ней играть. Он был в школе? Да. Кто это? Гия. Чита? Чита и Тарзан пошли на речку купаться. Пошел купаться? Да, в дедубе. Купаться? Да. Лия, идем. Кто это такая? Читашкина мачеха. Пошли! Давай! Скорее, скорее, Лия. Я устала. Не могу я так быстро. Ой, я же говорила, сиди дома. Ну что мне тебя на руки взять? Отдохнем немножко. Надо спешить, Лия. Вот сейчас в трамвае отдохнешь. Получайте билеты. У меня нет сдачи, подождите. Получайте билеты, граждане. Господи, они же сорвутся и попадут под машину. Получите. Ах ты! А, я тут пришел. Все хулиганье, одна компания. Я тебе покажу. Остановите, трамвай, остановите. Они же сорвут. Это же опасно. Ах, ты негодник ты этакий. Ты что вытворяешь? А что, если ты упал? Как ты выполняешь свое обещание, да? Противный. Ну ты. А ну-ка, идем домой, там поговорим. Допусти руку. Никуда я тебя не пущу. Стой спокойно. Ну вот что, Ги, раз ты меня не слушаешься, я все расскажу отцу. Ну и рассказывай. И расскажу, конечно. А ты что думаешь? Уж он-то с тобой сумеет справиться. Гия! Иди сюда, тебя папа зовет. Твоя мачеха наябедничала. Сейчас приду, только узнаю, что задано. Гия, поднимайся.
прячет. Иду! Живи, Гия, живи. Тетя на то мне все рассказала. Сказала, что ты молодец. Слушаешься ее, хорошо себя ведешь. А я и не сомневался. Я же знал, что мой сынок умница. Идем. Дела? Какие у тебя завтра уроки? География есть? Грузинский язык? Арифметики тоже нет? У него, наверное, завтра выходной. Ладно. Давай-ка займемся вместе. Что вам задано по географии? Возвышенности, горы и плоскогорья. Ты уже выучил? Конечно. Ну вот, с этого и начнем. Как ты ответишь, что такое гора? Гора? Да, гора. Гора. Горой называется... Гора? Ну, что же такое гора? Гора. Горой называется... Гора? Ну да, гора. Не знаешь, что такое гора? Я просто забыл. А ну ты скажи. Гора? Гора. Гора это... Это... Папа, это... Это так. А внизу долина. Речка бежит. Деревья растут. Иски поют, а? Ты перестань, да, так. Скажи, Гия, а может, ты знаешь, что такое возвышенность? Возвышенность. Возвышенностью называется... Гия. Ну-ка, попробуй нарисовать. Рисуй. Куда ты? Я пить хочу. Садись, садись. Лия, принеси воды. Что с тобой? Мне нужно. Я вчера видела уже эту картину, сегодня опять пойду. Идешь, какая мировая. Пошли, Гия. Куда? Кино. Чего приглашай? Ну, видишь деньги? Хочешь? Ну, хочешь? Я не могу. Папа дома, он не разрешит. А ты попроси, может, пустит. Иди, мы подождем. Знаешь, какая мировая картина? На большой, с присыпкой. Вот послушай, как там поют.
Мира дюбельный дополнение под лун. Станет альбинан, купи русы, пыль-пыль-киды. Станет мира дюбель. Ну что, теперь пойдешь? Да я бы пошел, но я еще уроки не сделал. Мачеха его ни за что не пустит. Я ведь знаю, какая она. Какая она? Какая? А ну говори, какая? А ты не хватай, Комендант говорил, что у дяди Даты новая жена очень симпатичная. Сам слыхал. Симпатичная? Кто симпатичный? А ну, дай, дай, зайка мой заболел, похудел, пожелтел, потерял он аппетит и не ел. Ты не спи, милый зайка, не плачь, вот придет к тебе врач. Дышала ночь восторгом сладострастья. Что с ним, да? С ума меня сведет этот мальчишка. Он опять сбежал. Где ты был? Ребят пришли узнать, что по грузинскому задано. Значит, завтра будет грузинки. Ух ты! Дата! Так ты держишь слово? Ведь я же спала. Правда. А вдруг я до утра не приду, ты так и не уснешь? Я была у Геи в школе. Опять? Говорила с классной руководительницей. И что? Я должна бросить институт. Что? Я все обдумала. Глупости. Да, Дат. У Гии сейчас самый опасный возраст. За ним нужно смотреть.
Ты должен понять. Я возьму академический отпуск. Ну, кончу институт на один год позже. Ничего страшного в этом нет. Знаешь что? Не сходи с ума. Ну, нет другого выхода. Не можешь же ты бросить работу. Нет. Надо что-нибудь придумать. Да-да. Ты не бросишь институт. Ты поняла? Ты будешь учиться. Я очень прошу, не говори мне больше об этом. Не хочешь меня выслушать? Не хочу. Не хочу, моя хорошая. Не хочу я тебя слушать, глупая моя девочка. Что с тобой, Дат? Ничего. Раньше ты не курил столько. А теперь курю. Дат. Оставь меня в покое. Спи. Я просто не узнаю тебя, Дат. Ты так изменился в последнее время. Что случилось? Я устал. Понимаешь, устал. На работе неприятности.
Очень люблю, а когда шалишь, не люблю. А я тебя люблю всегда. Дата. Познакомься, Анатолий. Наша сотрудница, Тел. Моя жена. Извините, я сейчас. Вот у тебя и семья. Да. А дети у тебя хорошие? Да. Наконец, ты их увидела. Да, увидела. И не важно, что мы сейчас друг другу скажем, у твоих детей есть мать. И это главное. Вы извините, я опаздываю на поезд. До свидания. Дата, проводи гостью. Гия, идем. Проводим тетю. Постой, оденься. Скорей, скорей. Папа где? Уехал. Куда уехал? Где же он? Мы с папой стояли рядом. Когда поезд тронулся, эта тетя махнула рукой.
Папа на ходу вскочил в поезд и уехал. И ничего не сказал тебе? Нет. Папа видел тебя, тетя Нату. Очень сильно, да, тетя Нату? Иди спать, Гия. Тетя Нату, можно... называть тебя мамой.
Mm-hmm.